Театральный сезон в студии «Дебют» традиционно закрывается показом творческих работ всех классов. На сцену выходят не только взрослые, но и малыши. Этот театральный сезон был очень плодотворным, я бы так сказала, потому что мы сыграли зимой «Снежную королеву», сыграли «Девочка, где ты живешь», спектакль со старшими ребятками, «Волшебник из изумрудного города», который вот сегодня принимали зрители, и еще «Старинные водевили» со старшими ребятишками, которые мы еще будем продолжать играть, и надеемся, что публика их тоже с удовольствием посмотрит. В младшей группе в этом году работали над пьесой «Волшебник изумрудного города». Ребята легко вжились в свои роли, хотя некоторые с трудом скрывали волнение. Ну, роль не первая, за 6 лет довольно много было всего. Меня выбрали по талантам, и по опыту я занимаюсь вот с 5 лет, уже 5 лет здесь, в студии. Я сам попросился взять роль льва, потому что она мне чуть-чуть прям вот, я чувствую, что она мне чуть-чуть больше подходит, чем у остальных. Мне самой очень понравился этот спектакль больше всего. В прошлом году мы играли отрывки, а в этом году мы играли целый спектакль. Это что-то новое для меня уже. Это очень длинный, большой спектакль. Юным актерам удалось передать яркие образы персонажей – Элли и Страшила, Дровосек и Лев. Зрители внимательно следили за событиями, которые разворачивались на сцене. Сегодня я исполняла Гудвина, волшебника, во второй части. Ну, было сложно немножко, когда хитрила с мозгами, сердцем и смелостью. Ну, так мне нравится этот роль. Зло повержено, добро торжествует. Спектакль сыгран впереди летние каникулы. Пока режиссеры держат в секрете постановки будущего учебного года, но одно можно сказать с уверенностью – новый театральный сезон будет ярким и интересным. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».